Привет всем, дорогие подписчики и не только. В эту субботу, 8 декабря, в 21 час по московскому времени, приглашаю вас собраться у нарисованного очага на пробное пилотное заседание мужского киноклуба, которое состоится на моем канале в виде трансляции. Фильм, который мы будем обсуждать, «Up in the Air» – «Небо в небо» в русском переводе. Поскольку наш киноклуб планируется как интеллектуальный, мы не будем болтать на случайные темы, и у меня также нет в планах выступать с длинным монологом с собственными мыслями. Я, конечно, скажу пару слов, но не это является целью нашего заседания. Всем участникам обсуждения абсолютно необходимо посмотреть фильм. И если вы его смотрели уже, и тем более, если вы этого еще не делали. Это фильм стоящий, глубокий, интересный. Поэтому подумайте о тех моментах, которые вам очень нравятся, про которые вы думаете: «Да, это верно, я всегда так думал или чувствовал, но вот впервые услышал». И также на моменты «Это отвратительно, я не могу на это смотреть». Все это очень ценно для переживания и анализа. Также порассуждайте в категориях «Что если бы?». Помните, что события в фильме не прибиты гвоздями, и они могли бы легко быть другими по мановению руки режиссера. Вот, например. In the book, the character actually has a terminal disease that you find out about in the last few pages of the novel. И тогда весь фильм получил бы совершенно другую окраску. Правда ведь? Итак, 8 декабря, суббота, 21 час. Нажмите колокольчик под этим видео, чтобы получать оповещения о предстоящих событиях на канале. Смотрите фильм, анализируйте, собирайтесь с мыслями. До встречи. I remember it was funny. I remember we were shooting the wedding sequence in St. Louis, and there were these actresses who played the bridesmaids, and they were lovely. They were with us for a week or two as we were shooting everything that took place in Wisconsin, and they really, it was the first time being involved in a movie. They were really excited to be a part of it. They basically signed up as extras, and then got to be a bigger part of the film. And they learned what call sheets were for the first time, and every night they'd get their call sheet. And I remember one night, they never read the script, you know. And one night, they get the call sheet, and it says, Ryan shows up at the door and finds out Alex is married. And I remember the exact moment it happened, because they were literally on the verge of tears. And they came up to me and they said, is this true? Is she married? And I'm so sorry, I promise it'll work in the film. And he said, stay happy a little bit longer.